Испания оплакивает жертв теракта, совершенного в четверг в центре Барселоны. В воскресенье в базилике Саграда Фамилия прошла месса в память о погибших. На ней присутствовали король Филиппе VI, премьер-министр Мариано Рахой и глава Каталонии Карлес Пучдемон. Несмотря на то, что накануне испанские власти объявили о ликвидации террористической ячейки, поиски одного из подозреваемых все еще продолжаются. Возможно, именно он находился за рулем фургона, врезавшегося в толпу прохожих на бульваре Рамбла. Жители каталонской столицы, для которых кровавое нападение стало глубоким потрясением, пытаются вернуться к нормальной жизни. «Сегодня я проснулась и сказала себе, что должна пойти и отдать должное всем тем, кто уже никогда не вернется домой. Жаль, но в конце концов, что мы можем сделать? Жизнь продолжается». «Теперь мы живем в страхе. Каждый раз, просыпаясь утром, мы включаем новости, чтобы узнать, что произошло, чего не произошло, или что еще могло случиться. Но мы надеемся, что больше не столкнемся с террористическими нападениями». В результате теракта, совершенного в самый разгар туристического сезона, пострадали граждане более 30 государств. Власти Испании не стали повышать уровень террористической угрозы до максимального, но значительно усилили меры безопасности по всей стране.